поздравить всех с Днем молодежи, всех, кто по возрасту причислен к этой категории, всех тех, кто ощущает себя молодым. Ну, быть молодым, это же ведь понятие такое, оно несколько эфемерное, потому что хочешь себя чувствовать молодым, пожалуйста, будь молодым. И молодость, она, собственно говоря, с возрастом не проходит. Поэтому всем собравшимся желаю молодости, оптимизма и удачи, выполнения, свершения всех тех целей и задач, которые вы перед собой когда-либо ставите, ставили, будете ставить. И, конечно же, чтобы вокруг вас были всегда те люди, которые понимают вас, поддерживают, ну и видят ваши достижения. Вот сегодня мы благодарим как раз тех, которые смогли за последний период времени показать себя наиболее активными, творческими, и спортивные достижения также сегодня мы отмечаем этих ребят. Друзья в зале, конечно же, есть. Действительно, Владимир Рудольфович, хотелось бы видеть их больше вокруг нас. Но я вот сегодня хотела бы обратиться к нашим, когда говорю «наши», имею в виду седьмую школу, к нашим выпускникам. А их я сегодня насчитала 6 человек, которые вот здесь в той или иной номинации присутствовали. Это и спорт, Илья Крылов, и Иосиф Штурхецкий, это и Лига КВН, Евгения Вартанян, и ребята, которые проявили себя в различных общественных делах, Наталья Широбокова, и предыдущие годы выпускники тоже здесь были на сцене. Поэтому очень-очень радостно видеть, когда ребята были активными в пределах вот школьной жизни, и сегодня они остаются такими же. А это значит, у них в душе, это значит, их активность, творчество не иссякнет. Поэтому всем желаю удачи, молодости и радости.